Привет, герой! Привет, Артём! Ну, теперь дела на лад пойдут. Вода есть, прорвемся. Вы с Дамиром молодцы. Артём, берегите себя на задании. Мы вам многим обязаны. Да что с Артёмом-то случится? Это ж терминатор натуральный. На каждом шагу звенит. Но вообще да, дружище. Следи за собой, будь осторожен. В самый ответственный момент мы, понятно, подтянемся. Но вы все равно без надобности не рискуйте. Артём, что скажешь про нападавших? Как по мне, они явно не ожидали сопротивления. Ну, сами виноваты. Хорошо, машина рядом с Авророй. Слышь, Иван, а шланги-то не лопнут? Мы вот уезжать это собираемся, а я все думал про бедняк, которых на том корабле полуразобранном бандиты держали. Представляешь, не помог бы ты, они бы там так и сидели сейчас. Какой же ты у меня молодец все-таки. Пыль это чертова. Скорее бы отсюда свалить. Не лезь там на рожон. Мне нужен живой муж, а не мертвый герой. Цистерна!
Артём, мы тут осмотрелись. Главные ворота охраняет небольшой отряд. За ворота еще через Зиндан. Подземелье можно идти. Там Унай Байлер рабы держит. Да, в общем, план такой. Мы с Гюль попробуем тихо снять их охрану и пройти со стороны ворот. Ну а если тихо не получится, они, по крайней мере, на нас отвлекутся. А ты через подземелье зайдешь к ним в тыл. Пойдем, проведем тебя. Не отставал. Просьба вам. Если получится, не убивай местный. Он люди неплохой. Мунай Байлер только слушался. Барон слушался. Боялся и слушался. Юль насчет местных правильно говорит. Вот, нам сюда. Молокососы сплошные. И мозги им с детства, похоже, промыли. Так что, пожалуй, стоит их пожалеть. Решетка, значит? Ну что ж, попробуем. Значит так, я приподниму, а ты пролезай. Да скорее, тяжелая зараза! Отлично. До встречи наверху. Идем, Дамир. Меньше кровь, Артём. Пожалуйста. Ешь кимжок, мля. Никто не ходил, дурачий жёг. Мы стоял, каждый день стоял, пользы жёг на. Лучше охоту ходил. Дурак улды кажаксы рабство брал. Жёг. Мы стоял, каждый день стоял, пользы жёг на. Кто там? Жумысна! Работать! А то за... Этот шайтан здесь! Кто не ходил, дураки жёг. Мы стоял, каждый день стоял. Пульт. Хорошо,
Люди, ладно. Собакам жалко. Делать не знает, что он собакам мучает. Мы смеяться. Всегда тут быть хочу, если можно. Собака маленький, щенок совсем. Уже нет, уже загрыз. Собака лучше такой мерза. Такой мерза сам собака. Ты как, цел? Отлично. Зря я, значит, волновался. Смотри, цистерна залита под горлышко. Хорошая новость. Но есть и плохая. Ворота закрыты, и забрать ее мы не можем. Товарищ полковник, это Дамир. Цистерна у нас, но возникли проблемы с воротами. Провода от ворот ведут на вышку. Ну вот как туда попасть? Прямо крепость неприступная. Молодые люди, вы серьезно задумали атаковать нашу крепость? Я, конечно, уважаю храбрость, но умирать просто так все же не стоит. Кто у вас главный? Поднимайся ко мне! Нам есть что обсудить. Ты смотри, как заговорил, гад. На все 180 развернулся. А ведь мы ему насолили как. Прячь волыну и поднимайся ко мне. Иначе прольется море крови. И совершенно зря. Открыть ворота и впустить гостя! Поднимайся! Тебя никто не тронет! Если сам, конечно, не нарвешься! Не нравится мне это, но вариантов нет. Если не уедем все в этой пустыне лешим, рано или поздно. Чё мучишь, на? Удачи, Артём. Если что пойдет отправь, не так, шалаву, кюль, в общем, чем смогу, помогу. Сюда давай, бля. Ты качал на кого обойти, сразу чистим и зубить. Нефтяники, рабы. Еще прям здесь со козлами этими. Могорш, ты не убил. Барон, наверное, на самом верху. В этом, как его, пентхаус, во. Не, ну, Костыль, ну с хера так долго тебя? Тебе починить, расплюнуть, мля! Ты кого, мля, не мешай? О, ты из этих гастролеров на поезде?
Не, ну ты чисто зацени, чё винт наточил у бугра мастырит, бля. Не машина, а огонь, бля. Туга, сука, нам на нее только смотреть, на. Ты чё, бля, ослеп? Криво нам, поправляй! Не, ну ты, бля, давай, тяни, бля! Дартенес, на! Фиг летя, вчера кормили, на! Пали, как бля, пока не подпалил! Не надо, хватай! Хлебало завалил, бля, учить тебя буду! Мирза, пощади, не надо учить! Не, ну чё ты там копаешься? Давай уже сюда иди. Слым, бля, чё творится? Хозяйскую почему хозяин не сделал меня больше? Надо, бля, спросить. Прости, улым, рыза. Менкин. Ты собака! А ну заткнулась! Хуже собаки! Вода для людей! Для хозяина! Поняла? Ну ты давай, повесится, двигайся! Бугор, бля, ждать не любит! Бугру пятки лизать, походу! Надолго ты там еще? Хорошо! Эй, красавчик! Издалека приехал. Это ты к бугру? Ну давай, чисто заваливай. И не дупли тут, бугор ждать не... Здесь мы можем поговорить, сняв маски. Всем присутствующим я полностью доверяю. Странно, что я не особо расстроен вашими шалостями. Что поделаешь, наш мир жесток. Я лишь по мере сил стараюсь привнести в него толику порядка, без которого нет надежды на что-то лучшее. Нет самой жизни. Но перейдем к делу. Вряд ли вы прибыли сюда насладиться погодой. А значит, у вас есть важная цель. И цель эта где-то далеко. Я готов помочь вам достичь ее, предоставив горючее для продолжения путешествия. Взамен же я попрошу немного. Отдайте мне Гюль. Приведите ее, и все мы выиграем. Я получу Гюль, вы горючее. И все будут жить долго и счастливо. Ну что? Ты ответишь за все! Закрыл! С той стороны, трус! Как говорить с таким? За дурака меня держите? Не захотели обмена? Ну, значит, подохните все! И ты, Гюль, первая! Убить их! Артём, приготовился? Нужно прикончить этот собак! Вот он, сука, на! Чё ты тут пришёл-то? Вижу падлу! Вижу падла! Побеждает сильнейший. Наша сила в единстве.
единстве, в вере своих подопечных. И именно благодаря этой вере мы можем защитить их, направить их, не дать им сгинуть в пустыне. Но ты, Тюн, ты смущаешь моих подопечных. Они видят в тебе некий символ. Вокруг тебя им мерещится этакая аура запретности, бунтарства. Аура никому не нужных проблем. Но твоя смерть сможет ее развеять. Почему замолчала? Артём, я пойду туда, пока собака не убежал совсем. Его поймать и дверь тебе открыть. Держись! Куда собрался, трепач? Вот ты где! Получай, гад! Плане Гюль говорила. Какого черта у вас там происходит? Уходите оттуда! Я пошлю ребят прикрыть отход. Дверь поддается. Артем, давай поднажмем! Артем, помоги же! Артем! Ты хотела создать новый мир? Не выйдет! Здесь... Держу! Займись бароном! Всегда выживает сильнейший! Артём, убери голову.
Вы дал мой народ надежда. Я это никогда не забуду. Но война для меня только начался, а теперь надо закончить дело. Артём, нас привела сюда твоя мечта, но моему народу она не поможет. Теперь это и моя война. Уходи, Артём. Иди к своей мечте. Жив, зайчонок. Я так волновалась. Фанатики с Волги, людоеды из бункера в горах, рабовладельцы с берегов высохшего моря. Сколько же чудовищ породила война? Или они были всегда, а война лишь дала им возможность проявиться во всей красе, и теперь от них никуда не деться? Сможет ли Дамир, оставшийся в пустыне, чтобы вместе с Гюль привести их народ к свободе, справиться с еще одним чудовищем? Инерции мышления, заставлявшие местных десятилетиями переносить любые тяготы и лишения и, не щадя своей жизни, служить тиранам. Не знаю. Это чудовище может оказаться посильнее всех остальных. В любом случае, терять надежду рано. Мы все ближе к нашей мечте — найти пригодное для настоящей жизни место без радиации мутантов. На добытых в пустыне картах обнаружилось несколько многообещающих вариантов, и весь экипаж с нетерпением ждет решения полковника, куда же Аврора отправится дальше. Пока же поезд плавно катится на восток. Экипаж отдыхает, а Степан... Смотрю на Степу с Катей, на нас с тобой, и думаю, как же нам повезло. У родителей-то моих все совсем не так было. Плохо было. Я тебе рассказывала, от чего мама умерла? Нет, конечно. Отец ее довел. Он тогда еще жестче был. Придет со службы, сапоги скинет, а у самого лицо все перекошено. Сразу к бутылке. Ругались много, все за закрытыми дверями. Потом пропадал. И пока его не было, она тоже прикладываться начала. Когда трезвая была, плакала. А как выпьет, мечтательная такая становилась. Знаешь, как она меня звала? Просто А. Обнимет меня, говорит, мы с тобой, А, поедем когда-нибудь в мой родной город Владивосток, а оттуда в поселок, что на самом берегу океана. Мне тогда 5 лет было, мало что понимала. Но поселок и даже океан могла себе представить, потому что верила ей, верила, что поедем. Потом она с собой покончила. Дрянью какой-то отравилась. После маминой смерти отец пить бросил. Раньше на меня внимания особо не обращал, а когда она умерла, больше одну не оставлял. Везде таскал с собой. Но про нее мы с ним за все время говорили только пару раз и все.
У меня кукла была, Жанна. Я с ней играла, будто она моя дочка, и мы поехали на океан. Потом отец спрятал ее куда-то. Сказал, что потерялась. Не хотел, видно, чтобы я себя несбыточной мечтой мучила. И я тогда придумала, что она во Владивосток уехала. А теперь и я еду. Пусть и не во Владивосток, зато с тобой. Мечта сбывается. Кстати, мне всегда было интересно, о чем папа мечтает? Он же должен уметь мечтать. Так вот о чем? О погонах? Так он сам себе мог любые навесить. Людей спасти? А что им дальше делать? Под землей сидеть? Никогда не понимала его. Чем он живет? Что ему надо для счастья? Может, и ничего. У него ведь никогда не было времени подумать о завтрашнем дне. В метро о таком как-то не думается. А тут, наверху, другое дело. Я вот знаешь, что хочу? Ноги в песок зарыть. Строить из него крепости для малышей. Я себе двоих представляю. Девочку и мальчика. Мальчик на тебя похож. Потом бежим купаться. Вода теплая, за спиной горы. Домики деревянные на берегу. Солнце нас будет каждый день. Поднимается огромное, прямо из воды. И бухта эта — наш с тобой пункт назначения. Туда стоило бы через полмира ехать. У каждого должен быть пункт назначения. Своя точка на карте, куда он рвется и где может, наконец, успокоиться. У всех наших свой. У Дамира свой. Вот подняли колпак, выпустили нас из метро, и мы разбегаемся. Но не сразу. Сначала по инерции еще вместе бежим. Бежим, туда откнемся, сюда. Но каждый свою точку найдет и там останется. Не знаю, где такая точка для моего отца, Артем. И не знаю, где для тебя. Но я тебя очень люблю. Очень-очень.